15 мая в Каспийске состоялась торжественная церемония присвоения МБУ СОШ номер 1 имени почетного председателя Государственного совета Республики Дагестан, Героя труда Российской Федерации Магомедали Магомедова и открытие мемориальной доски в память о замечательном дагестанце. Открыла мероприятие торжественной речью директор школы Фериде Алиева. Я с гордостью хочу сказать, что нашему общеобразовательному учреждению МБУ СОШ-1 города Каспийска выпала честь носить имя этого легендарного дагестанца. Магомедали Магомедович – выходец из селения Леваши, сын простых горцев, сельский учитель, филолог, знавший наизусть Амарла Батырая, Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Расула Гамзатова и многих других поэтов и прозаиков. Далее делегация из приглашенных гостей под руководством главы города Бориса Гонцова и родственника Магомедали Магомедовича Шамиля Дабишева прошла церемония открытия мемориальной доски и возложения цветов к ней. В завершение церемонии глава города Каспийска обратился ко всем присутствующим. Здесь учились славные наши ребята, отдающие свой воинский долг родине специальной военной операции. Многие из них отмечены высокими наградами, двое, к сожалению, посмертно. Думаю, не случайно имя выдающего дагестанца, легендарного руководителя нашей республики на протяжении четверти века решением городского собрания депутатов города Каспийск во исполнение указа главы республики Дагестан Сергея Ильича Мелика присвоено именно этой школе. Я выражаю надежду, что с честью и достоинством будет нести это имя школа через года. Почетными гостями мероприятия стали депутат Народного собрания Республики Дагестан, ныне член Совета старейшин, соратник Магомедали Магомедова Умалат Насрудинов, соратник, бывший председатель Конституционного суда Республики региона Магомед Халитов, председатель собрания депутатов города Каспийска Абдул-Вахид Джаватов, первый заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Саид Ахмед Ахмедов, представители администрации города и многие другие. Украсили мероприятия яркими выступлениями воспитанники школы, которые прочитали стихотворения, посвященные нашей необъятной родине. Кроме того, подняли патриотический дух всем присутствующим представители военного оркестра КФЛ «Песни России». Завершилось мероприятие выносом государственного флага и лезгинкой.